Обычно мы пенкой используем два раза, но сейчас под Новый год мы с вами немножко разогреем кожу не просто традиционно, как обычно делали с помощью горячих полотенчиков, а эфочкой чуть-чуть так физиологически, ну, чтобы так, как бонус нашей модели. А вапоризатором можно тоже? Если сосудистых вот этих вот вещей нет, то можно вапоризатором, да, если у вас он есть. Пройдемся немножечко рыфочка такими иголками мощностью. И прогреем внутри, потом слегка увлажним. Это сейчас вы что делаете? Сейчас я просто наношу гель для лучшего контакта. А, для разогрева? Да, электродов с. До такого количества наносить? Нет, это гель обычный. А, не тот. Это мы сейчас просто сделаем разогрев, ну, нестандартный, как вот они прям дают в протоколе. А термомаску можно или нет? Можно разогреть термомаской. То есть то, что вот у вас есть в наличии, это все можно использовать. Если ничего нет, то, соответственно, тогда вы берете полотенце, в горячую воду и работаете. То есть это вот... А это вы что? А это у нас аппаратик тоже японский, РФ-очка, такие физиологические у него вот значения. То есть идет только небольшой прогрев ткани, не сильный, до 41 там, градуса он всего нагревает, то есть денатурации нет, просто это повышает температуру. Да? А это проводящий гель, да. Он только... Сейчас мы РФ-очку выберем. Вот так вот поставим. Только разогревая для того, чтобы активировать фибробласты. Да. Так, а если купероз лучше не разогревать вапоризатором, да? Лучше, да, если купероз, то да, лучше тогда вообще полотенчиками просто разогреть и все. Тепло ощущается, нет? Такой вот. Сами электродики холодные, а внутри есть теплоощущение, тепло. Комфортное.